Чё, рассказывайте. Да я так чисто поболтать делать нехуй вообще совершенно. Ну я только что песню закончил писать. Пам-пам-пам-барарам. Здравствуйте, всем здравствуйте, кто только пришел. С кем фит будет? Я скажу только чуть-чуть попозже, короче, потому что я еще не в курсе. Мы с этим чуваком, ну вы его знаете 100%, вы даже не удивитесь, типа. Вот, просто я не знаю, будет ли это фит на EP-шке, вот я к чему. Не знаю. Если он скажет, да, давай, типа, закидывай себе на EP-шку, мне похуй, типа, окей, то я скажу, с кем фит и все. А если нет, то, ну, посмотрим, короче. Курите свои ошкудушки. Да и не говори, такое дерьмо, блядь. Калище редкостное. У меня проблемы со сном сейчас. Ну как, короче, почему-то перестал высыпаться совершенно. Я типа без будильника там сплю часов по 5. Но хоть начал типа днем спать. Фит с ЛСП, нет, нет. Спой под луной. Хочу твои ресницы, ну, блядь, да. Чё, от писек не отучился? Не, не, ну, блядь, а хули с ними поделать? Танцевать меня требуют, чё, охуели? Сами мне станцуют. А ну, станцуйте мне, давайте, блядь, вот. Ща. Давайте, танцуйте, нахуй. Такая хуйня, короче. Пацаны, деп. Ну, я шарю, шарю. Заебали. Что еще хотел рассказать? Я забыл совершенно. Что еще вы хотите знать? Я забыл. У меня какие-то пару новостей были, но я их забыл, как в эфир вышел. Ну, похуй, задавайте вопрос какие-нибудь тогда. Спой под луной разными голосами. Ха. У меня 3 ночи, какие танцы. А у меня 9 вечера. Пищит ужасно. Блять, это мой холодильник, сори. Он, ну, он всегда будет пищать. Точнее, он скоро прекратит. Я просто уже привык ухом, короче. Да, блять, уже, наверное, 2 года он пищит, прикиньте. Сейчас он прекратит, короче, минут через 5. А что такое ННТ, я не знаю. Вот пишет, Даня, ты краш или ННТ? А что такое ННТ? Это мы сейчас с Данилкой или Даней разговариваем? Данилка в тюрьме сидит, блядь, вообще давно. Фу, мой тоже так пищит, блядь, и не говори. Но это, не, благо, не моя квартира, я ж ну, снимаю. Мне похуй, по идее. Но я хочу отсюда съехать чуть попозже. Ты говорил что-то про вещи, ты их хотел разыграть, насколько я помню. Не передумал? Нет, не передумал, мне просто влом. Ну, честно говорю, откровенно. Мне реально влом взять эти вещи, блядь, разложить, посмотреть, что как. Ну, блядь, надо это сделать, я полностью с тобой согласен, мой проеб. Я сделаю, сделаю, хорошо. Че с глазами? Выспанный я. Как ты нахуй жив еще за штоку времени? Бля, ну понятно. Дань, ты разобрался вот с тем сайтом, который тебя наебал? Если ты про вейп-зон, нет, не разобрался. Ну как разобрался? Мне бабки-то вернули, естественно. Ну, после таких сториз, блядь, после такого разгрома. Ну а так, блядь, знаете, что вейп-зон, да, в СПБ, это, блядь, ужасная контора, которая пользуется вашими личными данными. Вот. Как захотят. Могут бомбер вам на номер повесить и так далее. Будет что-то интересное в этом году? Хороший вопрос. В этом году нет, наверное. Ну, стримы там какие-нибудь и так далее. Чего тут осталось-то, блядь, полмесяца? Ну, грубо говоря, месяц, хорошо. Вот.
Я пишу эпишку, я ее почти дописал. Очень быстро пишется, пипец. Ну, там все равно, я демки собрал, которые у меня были по факту, да, и дописал, которые самые сочные, но которые я не могу чисто физически по одному выпускать, это слишком долго. Вот, там песня 3 будет новая, и все старые, типа «Лицемер», что же там еще? Я смотрю аниме, где твой идол, по-моему, будет. Ну, чтобы, знаете, на площадках они появились, я решил это все в эпишку. Это я для тех, кто вдруг не в курсе. Вот. Пишется быстро, там буквально один трек остался. Ну, дописать, естественно. Может, вопрос не в тему, но почему треки такие, как «Идол» и «Лицемер» нет на цифровых площадках? Отлично, вот только-только ответил, грубо говоря. Но я когда их делал, короче, вообще не развиты были эти стриминги, это не нужно было делать. И у меня был принципиальный вопрос, потому что, типа, за мою музыку, ну, я не должен зарабатывать, типа. Вот такой я клевый. Вот. Я это делаю, я на площадке буду заливать для того, чтобы, ну, люди, которые не знают там языка, которые слышали эти песни, потому что на Ютубе я рассказывал, они там начали набирать, блядь, еще года два назад. Вот, чтобы они их находили. Курить бросил, ну, бросил, а обратно начал, да. Блядь. Go fits, gone flat. Ну да, бля. Да, 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 с Гонфладом, Моргенштерном, Кизару, все, со всеми сделаю, ребят. Да, не ответь, какие планы. Эпишка? Эпишка, клип, буду клип снимать к эпишке. Сейчас я вам покажу демку. Я вам обещал, вам, наверное, орать так в ухо будет. А нет, не будет. Блядь, кто зевнул, прошу прощения. Не знаю, как-то вам припев надо показать отдельно. Тихо. Вы слышали, я вам много-много раз показывал. Все, ну много не надо. Потом я допишу нормально, это все равно, это, блядь, все записано, прям как демо. Вот. Я допишу на студии нормально, и, естественно, я демку солью вам. Будьте слушать пока что, пока не выйдет. И на этот трек будет, короче, клип. Буду в Казани его снимать, скорее всего, посмотрим. Да, иди спать, деваешь. Нормально, я наоборот выспался. Я проснулся сегодня... Ну, я заснул где-то часа в 3, проснулся в 6 вечера. Ну, днем поспал, часика 3 вздремнул. Встал, доделал трек, вот сейчас запустил трансляцию. Я, наоборот, выспанный. Заспанный. Тур будет, если да, может, в 21 году планируешь? Я говорил об этом, хороший вопрос все равно. Наверное, в 21-м нет, потому что все попрут выступать в 21-м году. Я думаю, я не из тех людей, на которые нужно в первую очередь, да, билеты тратить. Давайте на 22-й год точно, железно, я уже, по-моему, говорил. Точно железно и прям круто, что прям со всеми треками я еще и выпущу как можно больше, чтобы мы не под «Я смотрю аниме» только танцевали, согласись. Вот, я выпущу побольше песен, там, дропов, я и на концертных историй придумал прикольных. И, короче, в 22-м году, где-нибудь в начале, прям, нахуй, ебать, там, эпидемия, там, вся хуйня. А, Деп, вы имели в виду, что я вот так вот сижу, да, типа, я понял. Я думаю, хули вы это пишете? Я только сегодня понял этот мем, кстати. Старею. Нам ждать открытия кейсов со школьником? Конечно, всегда ждал. На кон ты каши, пойду. Да нахуй мне сдался, блядь, ваш ты каши, говно. Как борешься с творческим кризисом? Никак, жду, пока он закончится, и дальше делаю. Ну а хули еще остается? Ну, типа, пытаюсь работать, да, но это же очевидно. Но у меня в творческом кризисе обычно демки появляются. Недоделанные песни, а знаешь, я что-то там накидываю, мне не нравится, я сохраняю там, если не удаляю. Ну вот, и потом оттуда можно, ну, что-то выдергивать и доделывать.
вытаскивай меня из этого дерьма, как насчет того, чтобы доделать. В интернете есть две версии этой песни. Как там твой брат заебал? Нет брата, у меня есть младший, двоюрный. По городам вообще, где будешь? Хотел бы в Тюмени тебя увидеть. В Тюмени буду, конечно. В Тюмени я ж был даже два раза, по-моему. Что делаешь в свободное время? Хороший вопрос. Нихуя. Играю в Dota, короче, и в Red Dead Redemption, все. Но если в Red Dead Redemption, это если слишком хочется долго, ну, нихуя не делать, а в Dota обычно по вечерам играю. Все, только пишу музыку, сплю и играю. Ну, типа, а сейчас нехуй, я не хожу реально сейчас ни в какие заведения, никуда, потому что я очень очкую заболеть, блядь, пиздец прям. У меня, блядь, на входе, короче, от курьеров, нахуй, стоит этот антисептик такой здоровый, короче. И они мне в руки отдают, особенно когда без перчаток. Блядь, сука, я прям все обрызгиваю, стрёмно. Хочу в доту с тобой, да, обойдешься. Еще XO будешь смотреть? Да, да, конечно, XO Life, это... О, XO Reality, это прям круто. Это прям... GoRDR онлайн... А я не... Он... Бля, я слышали, я рыгнул, простите. Это реально случайно. Я онлайн не играл никогда, мне не нравится. Я люблю это самое по... Ну, так чисто бегать там по миру. Вставай через 3 часа в шарагу, я твой эфир смотрю. Блять, а вообще, где вы живете? У одного ночь, у другого вообще там 9 вечера. Ой, у меня 9 вечера. У кого-то вообще там через 3 часа в шарагу. Когда Данилка из тюрьмы выйдет? Не знаю, не знаю. Уже купил новый PS5, там новые эксклюзивы или пох на нее. Ну, блядь, она ж стоит, блядь, 50, короче. Я че ебанутый иду покупать? Ну, я консоли, короче, PS4 покупал, когда она уже стоила там 1025, что-то такое. Ну, короче, я ждал, пока ну, они упадут, цены на них. Я не буду, блядь, тратить такие деньги на консоль, на которой ничего нет. Я что, ебанутый совсем? Че говорит человек, который iPhone один раз обновил на 11-й? Ну да, конечно. Ну, вы поняли. Пусть Данилка что-то из тюрьмы запишет. А нечего. Ну, не, можно, можно. Я подумаю, что-нибудь в следующем году обязательно мы будем возвращать это самое. Хотел сказать несколько форматов. Ладно, пока ничего говорить не буду. Там много чего, ну немного, но несколько вещей я обдумываю, чтобы запустить, короче, не могу пока ничего сказать. Не, ну конечно, на Данил Кашин я что-то буду делать определенно, но он будет делать, не я. Пиздец, вы все в МСК обитаете? Нет, я в МСК вообще не обитаю, вообще. Шоу когда кузены? Не знаю. Не могу сказать вообще. Когда треки улил Данила, я после эпишки, сейчас давайте я, ну, типа, полностью все силы в эпишку воткну, короче, ее доделаю, а потом уже, ну, лил Данила доделаю. Там уже есть полальбома. Блять, сука. Будут ли выходить оставшиеся серии шоу? Ну, вот как раз-таки я пока не знаю, честно. Посмотрим. Надо это как-то обыграть. Просто выпускайте, сами согласитесь, такой себе. Дай, мы все с Москвы сидим, сейчас тебя чмырить будем. Да я сейчас вас сам зачмырю, нахуй. Какой твой трек тебе больше нравится? Ну, из вышедших, под луной, наверное. Мне нравится каждый мой следующий, понимаешь? Я это заметил за собой, реально, это хорошо. Это хорошее чувство, если тебе прям каждый следующий нравится. Расту. Не знаю, мне новые нравятся мои, которые выйдут, короче. Hippocrat EP. Все, давайте что-нибудь... какие-нибудь вопросы, я пойду играть в доту. Где Дикспота? Хороший вопрос. Ты про Дикспота спрашиваешь? Да, да. Будем доделывать мы ее. Короче, заново все будет собираться. Еще люди туда будут добавляться. Короче, в следующем году Дикспота будет работать реально в полную силу.
не так, как мы к этому подошли, ну, в прошлом. Этим будет заниматься уже другой человек. Ну, я, естественно, там тоже буду, но просто я слишком много на себя взял, короче, не вывез, сами понимаете. Дотер, фу, да вы охуели, сука. На, блядь, сука, блядь, я вам сейчас дам нахуй дотер, блядь. Обижайте меня. Я вообще в доту никогда в жизни не играл. CM-кор, кстати. Чё, Париж, говно собачье. Так кто Буль, Кузьма или Мастеров? Бля, хороший вопрос. Я видел их вот этот конфликт, да, серьезный. Что я вам скажу, конечно, от Мастерова Никиты, я в шоке. Я, конечно, все понимаю, но тут все сходится, понимаете. Кузьма в ПТУ реально же учился, вот. А Мастеров отличник. Он реально его гнобит, я видел на съемках когда-то. Вот видите, поднял пацана, да, а смотрите, какое говно превратился. Популярность, все, крыша слетела, бля, зараза. Перевыпусти Лицемер, да-да-да, конечно, Лицемер будет. Ой, пока я в эфире, пока меня вот 1500 человек, у меня реально к вам важный вопрос. Смотрите, кто подписан на мой телеграм-канал, да, то знает все новости в первую очередь. Короче, когда я там говорил про Hippocrite EP, я сказал, что я могу, ну, хочу какую-то песню, типа, «Недостойной жизни» перевыпустить заново. Ну, типа, сделать ремикс, ну, не знаю, как-то заново поделать. Что бы вы хотели? Я просто хуй знает. Ну, я посидел, послушал «Недостойной жизни» несколько раз, и мне что-то... Что бы вы хотели, чтобы, ну, типа, Не ремикс даже, блять, как это назвать? Переосмыслить как-нибудь песню, знаете, типа, ну... переделать ее под новый формат. Я... Ну, вы поняли, что? Какую из старых? Видел стрим, где девка умерла у мужика? Что думаешь? Да, видел. Пиздец, еще. Ну, пускай сидит, нахуй. Любовь. Да какая любовь? Вы че? Это вообще... Рестайлинг Лады. Рестайлинг Лады. Хорошо, молодец. Недостоин жизни. Бля, хуй знает. Татары. Чтоб мне еще, блядь, потом сидеть и объяснять, что я не хотел никого обидеть. Да ну в пизду, блядь. Ким 5 с плюсом. Хуй знает. Ну, короче, я как понял, вы мне ничего не придумаете, да? Я подумал, вдруг я сейчас вопрос хороший задам, и вы все такие, бац, мне иди. Ну, конечно, блядь. Гачи ремикс, ну-ну-ну-ну. Да вот я тоже думаю, блядь, недостоин жизни, может быть. Может быть, я вообще ничего не переделаю, как бы. Может, ну его нахуй, ребята. Вот я пёзнул это, да, в, ну, в телеграм-канале. И сейчас сижу, башку себе ебу, а может, ну его нахуй, ребят. Двуликость. О, со Скобибалом, кстати, мы должны были фит сделать. Мы сделаем, да. Я просто проебываюсь постоянно. Идол. Идол будет в оригинале, я его выпущу. Будет, сразу говорю, блядь, там, я смотрю аниме, точно будет Hippocrite EP, ее нужно выпустить. Где твой идол? Лицемер? Да, по-моему, все. Я больше ничего не хочу перевыпускать. Ничего не трогай. Ну, давайте тогда ничего не трогать. Я тоже, в принципе, к этому склоняюсь. Дань, ты в телеге комменты открой. А это так нужно, блядь, я просто не знаю, ну. Я просто в телеге пишу, и мне вообще похуй на мнение какое. Ну хорошо, если, блядь, так нужно, не знаю. Любовь, да это же, блядь, любовь, песня «Любовь» сделана, ну, в шутку, типа. Это же прикол, типа, вы чё? Это же когда Фейс, блядь, в интервью сказал, про, как он к Марьяне Ро подкатил. Да я тогда тоже это самое. Я тогда же был, когда они, ну, познакомились, короче, первый раз. Вот, на той тусовке. Просто смешно, что он об этом, блядь, взял, всем рассказал. Типа, ну че, ебать, ты красивый, нихуя. И меня так это вдохновило, настолько это было глупо, что я целую песню сделал про это. Смешно. А зачем спрашивал? Ну, я подумал, что вдруг мне идею хорошую накинет.
Что за телега? ДК сосал называется. Или насосал, не помню. Любовь для тебя шутка. Нихуя вы, конечно, смешные, пипец. Трек Again. Трек Again вообще, блядь, это больше Серлы. Я ему все права отдал. Ну как, права-то, по идее, да, мне принадлежат, наверное, до половины. Я же могу это исполнять. Но все бабки с трека я полностью Серлу отдал. Ну потому что, блядь, он это сделал. Он сидел над битом, парился. Он сидел, мой голос, и блядь, и я потом, чтоб какие-то проценты забирал. Ну его нахуй. Так что я не могу, наверное, эту песню перепевать, там как-то это надо договариваться и в пизду. Я в 3D, блядь. Бля, я это самое, недавно переслушивал первую, эпишка же, да, у меня была первая, не альбом, эпишка, по-моему, или микстейп, во. Переслушал свой микстейп, бля, какая хуйня, какая санина редкостная, бля, пиздец. Как вы это слушали? Ну и хуйня, пиздец. «36,6» самое лучшее, наверное, да. Остальное, бля, какая хуйня, ужас. Пиздец, я поражен. Не нужно представлений. Да это, блядь, это не то, нахуй. Было вкусно. Нормально. А мы это любим так-то, пиздец. Но у вас и вкусы, ребят, хуйня. Слушаешь Гуфа? Да. Ну, не прям каждый день, но я могу, да. Когда будет стрим со шкурой, блин. Как называешь свой жанр? А это же не что-то новое. Я же не могу назвать это, ну... Бля, это же в любом случае смесь чего-то, чтобы, ну, это, я думаю, короче, это рейв, да, какой-нибудь, не знаю, типа. Но это в любом случае не что-то новое, чтобы я ему название давал, да. Когда коллапс алерт? Хороший вопрос, я ему должен написать, вот-вот уже сделаем. Мы сделаем, да. А может быть, а может быть, мы сделаем с алертом песню намного быстрее, я его в эпишку засуну. Бля, хорошая идея. Когда кутюр? Дикость еще норм. Ну, пойдет, да. Дота. Да я не спешу, ребят, вы меня гоните, я никуда еще не спешу, в отличие от вас, блядь. Это вы сидите, что-то меня торопите. Я нормальный, меня никто не ждет, понятно? Будет фит с Кридом? Да, конечно. Я хочу, чтобы мы цепь такую, короче, сюда повесили. И вот так вот возле Роллс-Ройса с ним вот так вот хуярили, бля, в ТикТоке в его. Под песню нашу совместную, чтобы, ну, люди снимали. Да, конечно, будет, блядь. Тур будет, поедешь ли ты в Красноярск? Ну, про тур я говорил, возможно, там в 22-м году, нет, железно, ну, посмотрим, короче, нам сначала договориться нужно. В Красноярск, конечно, конечно. Нажми, чтобы оформить в кит. Буллер на стриме. Ой, блядь, этот Никита, да, Кадников, да, понятно. Да, 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 это он, блядь, еще и галочка у него. Нихуя, зараза, лянь на него, поганец, нахуй. Пожилого человека загнобил, блядь, тебе не стыдно? Я ТикТок открываю, у меня первое в рекомендациях, где Кузьма со слезами сидит, рассказывает, как его достает, блядь, Никита Мастеров. У тебя совесть есть какая-то. В Тольятти будешь? А зачем? Вам же с Тольятти до Казани там доехать буквально там 300 километров, если не ошибаюсь. Пригоняйте из Тольятти в Казань на концерт. Там круче, там площадки поудобнее и так далее. Когда стрим, ебунёк, пишет Рося. Ты, блядь, сука, иди в поддержке, отвечай людям. Быдло. Стрим, блядь. Я, короче, проебал переходник от камеры. Я все перевернул в доме, я его не нашел. Я не знаю, меня просто спиздили, блядь, его. Буду покупать к воскресенью, я не знаю. Соболев жив? Бля.
Наверное. Не, ну я видел его альбом, короче. Ну, естественно, я же написал про него рецензию, самую лучшую. Сейчас, как его? Я хочу посмотреть, сколько у него в ВК прослушиваний. 146 тысяч, ну, хоть что-то. Там за день было вообще 40 тысяч. Бля, соболезную на самом деле. Вообще без каких-либо приколов. Ну, на самом деле, без иронии какой-то соболезную. Когда ты типа, ну, делаешь большой акцент, короче, на... ну, не акцент, а ставку очень сильную на этот альбом, и он не заходит, пиздец. В страшном сне такое, нахуй, могло присниться. Ну, бля, с другой стороны, сидеть, нахуй, на интервью, наговаривать на свой альбом, что ща он, ну, вас точно выбьет, в принципе, тоже такое себе. Альбом норм, норм, но это не его же, мы же все понимаем, да, я думаю. Ну, типа, бля, что он там написал? Вот те... Те люди, кто снимал, монтировал, блядь, писал песни, писал текста, сводил, это гении, охуенно все сделали. Но это, блядь, не песня Соболева. Можно такие же песни послушать у любого другого, кто, ну, может заплатить 10 миллионов за альбом. Но это вообще, это неплохая музыка, я считаю. Не то, ну, не такой ужас, блядь, который мог бы быть. Так что зря вы так срете. Мы тебя приглашаем в Украину, в город Харьков. Бля, сука, только попробуй не приехать. Блин, ну да, надо бы, конечно. У меня, короче, Казахстан вырос по, ну, по стримам. Казахстана меня вообще никогда не слушали. Я не знаю, почему я там вообще никогда не усваивался. А именно сейчас, блядь, пошли стримы оттуда. Видимо, можно будет как-нибудь концерт в Казахстане сделать где-нибудь. Ну, там, в двух каких-нибудь городах самых больших. Как думаешь, лицо согласится записать фит с Русланом? Я думаю, либо это пиар для обоих, либо Руслан как лунтик всех прощает. Мне абсолютно похуй, типа. Я тоже, ну, честно, не понял. Ну, видимо, шутка в этом была. Я не разбирался, честно. Сургут, когда приедешь, заебал. Ну, я ж там был 4 часа один раз. Все, блядь, началось, блядь, вот это, а я отсюда, а вот сюда, когда приедешь, я говорю, давайте в 22-м году, нахуй, тур сделаем, в 22-м году, через 2 года, сидят, хуярят, давай ко мне, там, сюда, Донбасс, блядь, пиздец, да вы заебали. И вот каждый раз, когда про города все начинают шутить, обязательно кто-нибудь напишет, блядь, Луганск, Донбасс, пиздец, я сейчас умру от смеха. Блядь, с 14-го года шутите. Спасибо тебе, у меня были проблемы со здоровьем, а твоя музыка мне очень помогла, спасибо. Целебная музыка, блять. Новая эпишка вылечит вас от, не знаю, от сифилиса. Через год, а не через два. А, блять, я что-то, сорян, да, через год. Но все равно год, это так много. Бля, всего лишь год. Пиздец, надо тур уже планировать по факту. Пиздец. От астмы поможет. Скорее наоборот, но, блядь, хотя бы будет последнее время, ну, последние минуты жизни будут классные такие. На каче, на драйве. Че у меня тут? Блядь. Зарядник отходит, блядь, о. Все заряжается. А от эпилепсии лечит? Бля, господи, ребята, жестко. Ну да, лечит, думаю. Да, не, у меня мама на стриме не материлась. Блядь, замечательно вообще. Лида, это город, да, я знаю. Опять письки дьявола паришь. Ну да, киберписьки. Какой режим доти играешь? Бля, чел, турбо. Ну, реально. Турбо это то самое, блядь. Почему турбо не ввели в рейтинговую? Я не понимаю вообще. Это же самый охуенный, самый динамичный, самый нормальный режим, блядь. Просто, ну, дерьмо ебаное. Сидишь в рейтинге, хуяришь по этим крипам, блядь, год. А потом какой-нибудь хуй в залупу лезет, да, фидит, и ты сливаешься. Вот тебя нахуй.
У меня синоним много хороших воспоминаний. Бля, синоним вышел месяца 4 назад. Ебать, уже воспоминания хорошие. Ну, это хорошо. Хотел бы селфи с Дуровым? Да. Да, ты занимаешься спортом? Нет. Так, давайте еще какие-нибудь вопросы, я погоню. Беларусь приедешь? Да, тоже можно. У нас не получалось. Я же один раз туда приезжал, и мне там запретили выступать. А Фейсу, блядь, который... Причем не тот Фейс, который... Который против Путина, блядь, а тот, который, не знаю, за Путина, который до этого. А, не, подожди, не нынешний. Не, ну, который старый Фейс, блядь, длиннющий, он до меня, по-моему, что-то такое, за неделю выступал там. Я ебал тёлку, там, бургеры, блядь, а мне не разрешили выступать. Мы в тёмную выступали, мы в группе написали, где будем выступать, люди пришли, и там, ну, человек 80 было. Ну, я надеюсь, через год будет получше всё. Да, не, конечно, Беларусь поедем. Дань, как дела? Никто не обижает? Да не, вон пишу, я обкуренный сижу. А так никто. Сейчас тоже могут запретить из-за митингов. Так я через год еду в тур. Сейчас, через год, я думаю, уже наладится, дай бог все. Будь фит с Лидой. Да, я ему уже отдал куплет, у него на альбоме, что-то в феврале, он сказал, выйдет. Как относишься к короне? Изменилось отношение к этому говну? Нет, никак не изменилось. Я также сижу дома, изолируюсь. Но это я себе могу позволить, да, сидеть дома, изолироваться. А так, ну, всех заставляю, короче, соблюдать все нормы. Стремная хуйня. Ну, стремно заболеть. Суету навожу. Дагер, здорово. Видосы когда... Не знаю. А мне нечего снимать, не хочется ничего. У меня в планах только стримы, ну, стримы не те, которые я сейчас провожу, да, типа на канале Данил Какашин, а сценарные стримы. Я не знаю, как они вам зайдут, зайдут ли вообще, может быть, они вообще не зайдут, я не знаю. Но я когда стрим президента, помните, делал, ну, который на цитаты вообще разобрали, его же смотрело тогда 20 тысяч человек. Ну, на те реалии, короче, это вообще нихуя, нихуя, меня смотрело по 30 тысяч, типа, вот. И, короче, возможно, что этот не зайдет. Посмотрим, короче, как вы его примете. Если да, то будут, короче, на основном канале будут такие прикольные стримы. Слышал про новую болезнь из Индии? Что-то, ну, что-то читал, да, но не в подробности нет. Бля, что говоришь, чтобы постригли как тебя? Ну, как бомж, скажи, как чмо, как гнида. Стрим президента легендарный, полностью согласен, полностью. Это прям круто, пиздец. Это придумали вот так, сделали вот так. Ну, блядь, так круто. Я поэтому... У меня до сих пор эта мысль из головы не вылетала. И будут подобные сценарные стримы. Хотя бы разок, да, разок мы точно попробуем. Если вам это вкатит, блядь, я только за счастье раз в месяц такое делать. Такая хуйня. Сколько аниме смотрел? Только «Тетрадь смерти», по-моему, и все. Как ты похудел? Хотел же рассказать. Я рассказал. Я похудел не так, как нужно худеть. Но сейчас я просто слежу за своим питанием. А когда прям ну, сбрасывал сильный вес, это я чисто на воде, это вообще экстремальное похудение, так нельзя делать. У меня до сих пор живот хуёво работает. Сейчас вам даже покажу, блядь. Вон сижу, нахуй, у меня, блядь, мизимы, блядь, аллахолы. Вот, нахуй, как худеешь. Во, блядь. Поел чуть-чуть, нахуй, живот все не переваривает. Если вот эту хуйню не поешь, все, нахуй, блядь. Еда сгниет, блевать будешь. Такая хуйня. Зачем начал снова курить? Я бросил курить совершенно случайно. Я там наснюсь и хуюсь, и потом хуяк, и вообще не хочется ничего. Я такой, прикол, типа, само по себе. Ну, как-то... Как-то. Вот. И, короче, а потом, блядь, познакомился с HQD вот этими, блядь, вкусненькими, вот этим говном вот этим, блядь. И сел, со мной курю. О, холодильник не пищит. Да, прекратил. Да.
Блять, проебал момент про Ригу. Про Ригу я тоже ничего не говорил, но я туда тоже поеду. Оттуда уже очень... Рига-Таллин, мне оттуда пишут уже, блять, года два, и нужно туда съездить. Посмотрим вообще, нащупаем, как, сколько вас там. Когда тебе будет 18? Не знаю пока, блядь. Ну, пока я стремлюсь к этому. Ходил на осмотр УЗИ по легким. УЗИ легких не делают, если не ошибаюсь. По-моему, это называется флюорография. Нахрен похудел. Я, блядь, я не... Еще раз, нахуй, мне похуй. Я могу хоть жиртрестом быть, хоть самым худым человеком на свете. Мне вообще похуй, понятно, блядь? Мне насрать. Ну, главное, чтобы мне нравилось, согласитесь. Ну, мне в один момент не нравилось, когда прям щеки уже вот здесь лежали, короче. Все, блядь. Как отметишь свои 18 лет? Блин, не знаю, девочек позову, блин, будем подушками драться. Посмотрим, блин, до этого Егора Крида, не знаю. Споем, снова я напиваюсь. Поедим Ксанекс, поспим, я не знаю. Чем девочки занимаются 18 лет сейчас? Вот в наше время, блядь, играешь на каком-то музыкальном инструменте, да, и Fall Studio. Опять миллионер, но я к этому иду пока что. Пока у меня только больше трат, чем, блядь, заработка. Еву Миллер позовешь куда, на стрим? Все, вопросы закончились. Влад А4 топ или ты позер? А, ну все, я думал, вопросы это, нормальные закончились, а тут вот уже. Не, Влад А4 топ, пиздец. Когда фит с FL Studio? Да не знаю, что там морозит меня. Как относишься к творчеству сквозь баб? Ну, не знаю, мем-рэп, но, блядь, не, прикольно, прикольно. Мне последний его альбом, я прям в ахуе, круто. Ну, вот про альбом этих... как же эта хуйня называется? Рингтонов. Во, альбом рингтонов, гениально. Это из тех случаев, когда ты смотришь и понимаешь, блядь, почему не я? Мощно. Любимый синтезатор. ВСТ или типа аналоговый синтезатор? Что за чудесный мерч? Мерч это, ребята, все в порядке. Мой мерч. Можно его заказать на demware.ru. Да? У меня можете зайти в профиль. Там есть кружочки, называется мерч. Вот, и там отмечено, короче. Профиль можете там заказать. Обернись там, папа. Пап! Бля, ну зачем вы так? Когда будете мерч отправлять, кстати? Ну, мы шьем его уже вот-вот. Сниппет Майотта слили. Я в ШК на искусстве врубил. Блядь, что? Кого, блядь? Кого? Когда Фит Шимор, блядь. Вы что, помните его? Кто это? Еще жив вообще, нахуй. Что за новое название крути, ответь ты, блядь. Не знаю. Не, я пока еще придумываю. Да не, не скажу, попозже. Да я со сниппетом все солью, хорошо, чтобы это, ну, грамотно все было. Я реально сделаю сниппет какой-нибудь, тикток под сниппет. Ну, выложу в тикток, короче, подхватывайте, да. Снимайте тиктоки, чтобы до выхода песня форсилась. Потом я ее выпустил, так... Ебать! Так... Стало популярно до того, как вышло, блядь, там вся хуйня. Что такое мое? Я в душе не ебу. Знаком с Тупаком... А, когда фит с Тупаком Шакуром? Не знаю, у меня тоже морозит, блядь, что-то не пишет мне. С 90 какого там, 5-го, 6-го года не пишет. На чад пошел, я не знаю, что это такое. Какого автора электро, техномузыки посоветуешь? Электро? Бля, электро. Диджей Соловей. Электро. Этих, трэшинг, вот мы вот только недавно, сейчас. Трэшинг.
Трэшинг. Тинейджерс. Трэшинг Тинейджерс. Бля, разъеб. Не, на самом деле это не то, что я хотел показать, но тоже пойдет. Ща, бля, трэшинг. Тинейджерсы. Во, вот они. Во. Ну, грузись. Бля, разъеб. А вы и дальше любите своих эмо-боев, блядь. Хочешь набить еще какие-нибудь татуировки? Да, у меня есть идея, просто никак не доходит, типа, руки. Почему именно эту учкуду не одноразки? Бля, ща. Проще купить какой-нибудь лоджик тот же. Блядь, я эти, ну, в рот ебал. Я согласен, поды, хуёды, блядь, пизду. Вообще, это, знаешь, я покупаю с мыслью, типа, ну все, я вот последний раз это говно курю и прекращаю, блядь. Знаешь песню Тюльпаны Ландыши? Да, конечно. Послушай нас, Ваймафи на стриме обещал. А я вам сказал... А, я слушал, там вообще трэш, пиздец у вас. Вы мне присылали, по-моему, в этот... В предложку, там пиздец трэш, блядь. Забыл закрыть дверь, в толчке батя спалил сигаретный дым. Понятно. Ну все, у вас вопросы, все, да, в принципе, не осталось никаких. Фломастеры, да, фломастеры курю, согласен. Мне говорят, что я на тебя похож. Ну, бля, соболезную, что тебе сказать еще. Все, господа, давайте я это самое буду заканчивать. Ну, я не спешу никуда, просто у нас разговор, знаете, никуда не идет. Я человек серьезный, у меня еще, блядь, дела. Дани, новый мерч вышел, как тебе? Охуенно, я купил, смотри, это реально он, я не шучу. Это не паль, реально. Ребят, я вас, короче, попозже, да, научу, как отличить оригинал от пали. Чтобы... Вот, вы, чтобы вы подходили, типа, увидите чувака, все в порядке идет, вы такие подходите, я знаю, Рига или нет, начинаю щупать там, ну, я скажу как, короче. Чтобы это, ну, перед друзьями ты выебывался, типа, шаришь, ладно? Бля, хули заканчивать, я только пришла. Да, хули, ну задай тогда вопрос какой-нибудь интересный, чтобы я поговорил, потому что у нас разговоры в никуда идут, понимаешь? Я тут сижу, хуйню несу, по-моему, не пишу, я солевой. А что, у тебя есть мерч, а у меня нет? Ну, потому что я клевый, понимаешь, потому что я умею. Только не езди в эти говнохаусы. А, ну, мне зачем? Я же, ну, вообще не... Ну, в ТикТок я, пожалуй, да, без проблем поснимаю. Мне, в принципе, нормальный этот формат. Но, блядь, коллаборации подобные я делать точно не хочу. Не потому что это зашквар или еще что-то. Это не мое, блядь. Я буду реально странно выглядеть в этой ситуации, согласитесь. Только в этом дело. Смотрел Дудя с Алишером, но я там тайм-коды полистал, да. Каких исполнителей посоветуешь из хип-хопа? Террор Рейд? Delinquent Habits, да? Ну, вот какие названия, да? Не знаю, прям хип-хопчик, да, такой. Ну, это я из таких. Не знаю больше. Ну, из таких прям хип-хопов, что мне в голову приходит, если не типичное название, типа Тупак, блядь, Вутан и так далее. На Витфест поедешь, если позовут? Ну, если мне заплатят за выступление, конечно, поеду, чё нет. Витфест это прям вообще, блядь. Ну, за деньги вообще с удовольствием. Только за вообще. Будешь как Малахов выглядеть в ТикТок-хаусах? Не, ну я думаю, что я как-нибудь впишусь, если уж, да, если мы уж так, ну, мечтаем, да, об этом.
Я думаю, что я не настолько старый на самом деле. Я думаю, я там впишусь среди молодежи. Вот, я там, ну... Ты спросишь, как делать так, что, бля, я вообще разбираюсь, ребят. Вы думаете, что я, ну, сижу дома, да, с ума схожу, пиздец. Не, ничего подобного. Я сижу, изучаю ТикТок, я разбираюсь вообще во всем, ребят. Тренд Глент Котяков, бля, вообще все знаю. Это волосок у меня не это. Будешь в 21-м году делать свой фест? Да, не. Где Дима? Он в соседней комнате спит. Че, заболел? Глаза красные, сидишь, кашь. Не, я спал просто недавно. Дед ТикТок хаусе. Да сам ты дед, бля, я нормальный, нахуй. Я взрослый, ну, повзрослевший, но просто молодой, но все равно в душе. Тинейджер, во! Знаете, я не подросток, я тинейджер. В ТикТок хаусе в среднем твоего возраста, там лет им по 20-25 в среднем. Не скажешь так. Какой твой любимый вкус HQD? Посоветуй. А давай я специально не буду больше говорить, короче, чтобы вам не советовать это говно. Сука. Все-таки простыл. 18 ему, вы чё, блядь? Да мне 18, реально. Я тинейджер. Ребят, с Дноклами недавно кринжанули. Это... Хайп. Хайп. И слышали новый трек Рокеты? Нет? Блядь. Че, я неправильно написал, что ли, сука? А, всю шутку обломал, ну ладно. Ребят, я разбираюсь вообще. Лаве. Я вообще, я про лаве еще очень часто разговариваю. Мне вообще, ну, ребят, я вообще молодежный человек. А, кибератака от холодильника, да, опять пошла. Бля, дико извиняюсь, за него неудобно. Че пищит, это у меня холодильник, он время от времени такое делает, да. Чуется. Опять пищит, как ты живешь. Я вообще не замечаю. Вот вы пока не написали, я бы даже не заметил, реально. Последняя прочитанная книга, я не читаю книги. Последняя прочитанная книга, я читал, блядь... Там в подростковом возрасте, ну, когда заставляли. Ну, меня прям заставляли в одно время. Я там много, там 99 франков я читал, что-то еще читал. Мне не нравится читать. Ну, не мое занятие, действительно. Ну, я говорю, образование, это не мое вообще. Учить что-то, блядь. Мне бы что-нибудь там, рэп что-нибудь. Сыплавая, сока, бич на БКЛВ, блядь. Столько сук хотят ко мне, да? Секс. Я поняли про секс? Я это имелось в виду. Ребят, скоро у меня эпишка, Hippocrite EP, там песни про секс. Первая песня будет про секс. Там я рассказываю, как я трахался, если вы не поняли. Ебался с сексом, вот. Вторая песня, как я заработал денежку. Про деньги будет, я там... Ну там, бля, это трушно, короче, реально, если... Ну, если у вас какие-то проблемы, это true. Это реально со мной было. Че хотите сказать, я не трахался? Я трахался, я реально про эту песню записал. Вот. Так, да, вторая песня про деньги. Я реально зарабатывал деньги, я же не шучу. Ну, я хоть раз пиздел, я нет, не пизжу. Я реально... У меня был 1 000 000 рублей, допустим. Вот. Я про деньги, короче, второй трек. Третий, ладно. Потом, ну, дальше поймете, короче. Там еще, ну, про машину. Не, респект, респект. Те же 18. Ну и чего, я уже трахался. Я вообще с 12 в лагере. Я про эту песню написал, реально, как я потрахался. Сука, какой кошмар. Бля, реально, вы слушаете песни про то, что, ну, люди трахаются, же классно. Сколько у тебя братьев и сестер? Общаешься с ними? С матерью? Нихуя ты ФСБшник, блядь. С мамой общаюсь. Да я со всеми общаюсь.
Как ты жив еще? Не знаю вообще. Кринж, я не говорю. Какой секс тебе 12? Бля, да, теперь меня этот холодильник с ума сводит. Нахуй вы мне про него сказали? Ну что, рассказывайте. Я вроде уходил, да? Но я, блядь, уже собираюсь. Когда будем смотреть «Русалок»? Бля, мы их досмотрели. Шаришь за моё... Да что... Объясните мне, что это такое, нахуй. Что за моё? Секс. Да, да, секс. Про секс будет песня. Бля, я, кстати, не знаю, спалить нет, ну похуй. Я думал, у Лил Данила делает такую песню, типа. Ну, про секс только. Есть предложение на твой... Надеюсь, твой менеджер оценит. Надеюсь, блин. С тобой можно и второй раз посмотреть «Русалок». Да нахуй второй раз смотреть? Мне все пишут про пацанок. Я не знаю, может, пацанок начать смотреть на стриме. Тоже интересно. Валентин, мастер спорта по сексу. Бля, вы все спрашиваете, что я курю. Какая разница, господи. Не хочу я вам называть, не хочу я вам эти HQD рекламировать. Это говно. Понятно, блядь. Детей подсаживаешь, блядь. Да, на всякую хуйню, в пизду. Слышал песню про круассаны? Нет. Здравствуйте, здравствуйте. Сахарные подростки, помнишь? Помню. У них есть видео про тебя, второй сезон вышел. О, это интересно, блин, а мне интересно, что они там, засрали меня, да? Сахарные подростки Кашин, да? А что они там такие? Обращение к Дане Кашину, сука! Ты, сука, паршивая, блядь, всю жизнь нам испортил, да, что-нибудь такое? Сука, я не вижу, у меня не выдается. А как называется? Лесной дурь он курит, да? Лесную дурь. Сука, жирный член. Я не вижу, у меня нету. Не, найти не могу. Лучше курить снюс, чем всякие уткудушки. Бля, лучше вообще ничего не курить, да? Давайте вот с этого начнем. Хотел бы на обзор на твой Кадиллак от Хэнсона. Хэнсон? Что-то знакомое, бля. Не помню, кто это. Нравится ли тебе твоя внешность и как перестать комплексовать? А, сразу, да? Уже задает два вопроса, знаю, как я отвечу. Сука, я тут сюда посмотрел, как будто я поддержки ищу, а у меня здесь никого нет. Никак, с возрастом пройдет, чувак. Тебе всегда, даже если ты будешь, ну я что понял, даже если ты самый красивый человек на свете, ну не, так нет. Но если ты, короче, просто очень красивый, тебе все равно не будет, будет что-то не нравиться в себе. С возрастом пройдет, потом хуй забьешь и все. Мне тоже нос не нравился, еще, блядь, не знаю, лоб, блядь, там, губа, не знаю. Нормальная эта хуйня. Мне жопы там, ноги не нравились. Одна нога больше, чем другая, фу, блядь, урод, типа, нормально. Берите пример с дяди Артема, курю только воздух. Тоже, тоже порядочно. Что думаешь о лиде скорости? Я не знаю, кто такой скорость. Видимо, такой же чувак, который там хардкор делает. Лида нормальный чувак. Что ты можешь? Я могу... Да нихуя на самом деле не могу. Нормальный нос, алло. Да я и говорю, просто я говорю, это пройдет. Типа, тебе все не нравится обычно. Одна только песня будет про секс. Не знаю, может быть, две. Ну, я просто очень много трахался, и как бы не поместить это все в одну песню, и надо
побольше сказать. Наверное, пол альбома будет про секс. Пол альбома про шмаль, да, про травку. Употребление наркотических средств, да. А еще про деньги там немного. Ну, деньги это будет сквозная тема, пересекающая сквозь все темы песни, да, сквозная, которая будет являться концепцией альбома, ребят. Да вы тупые, вы не разбираетесь. Пару слов сюда о Кровостоке. Охуенно, Кровосток круто. Тебе все нравится, все брови решил убрать, почему? Нормально. Да, все нравится, но брови, сука, убрал. Но брови у меня, конечно, уродские, они у меня как у Брежнева, понял, были. Прям жесткие, вот прям как у Брежнева. Я реально, но мне пришлось, типа, их ощипливать и прям, ну, видишь, переборщил, короче, что-то у меня нихуя не осталось. Про машину, надеюсь, будет песня. Да, конечно, про Кадиллак будет, 100%. Это моя машина, блядь. Даня, почему так мало контента? Да потому что. Ясно, почему Даня не говорит о смысле альбома, потому что он про секс и шмаль. Так я же сказал, смысл альбома про деньги. Это сквозная тема, которая будет пересекаться между в темах секса, да, и теме шмали, вот, наркотических средств. Вот. Такой эмоционально усидеть не можешь. Нет, я сижу просто на полу твердым. Я под себя ногу типа засовываю. Сейчас я подушку себе под жопу положу. Блять, телефон. Ой. Я просто сижу на ноге, короче, и их постоянно меняю, блять. Как не быть лентяем, это не ко мне. Это не ко мне. Пару приятных слов о мерче. Ой, хорошо, что ты спросил. Мерч все в порядке, окутает вас самым теплым теплом, да, который вы можете ощутить этой зимой. Это мерч все в порядке состоит из трехслойной ткани с начесом, блять, забыл все термины, которая согреет вас даже когда вы на Северном полюсе, ребята. Что думаешь насчет моды на мужской маникюр? Но это же не мужской маникюр, да, начнем с этого. Ну, то, что я вижу, которое, ну вот ты имеешь в виду, да, которое артисты делают, это же не мужской, это же мужской. Это же, блядь, женский, разве нет? Ну, типа, я-то думал, мужской маникюр, там что-нибудь там, ну, интересное там. Обычно ты красишь ногти, как женщина, не знаю. Женский маникюр, что его своим именем называть нужно? Не знаю, может быть, кто-нибудь придумает настоящий мужской маникюр, пока я не видел этой хуйни. Пока я вижу, что мужчины как женщины ногти красят. Ну, то есть, я не против мужского маникюра, но это выглядит как женский маникюр на мужской, ну, руке, типа. Вот, не знаю. У маникюра нет гендера. Ну, вот началось, блядь. Что для тебя мужской маникюр? Не знаю, не знаю. Но то, что я вижу, это не выглядит как мужской маникюр, типа. Ну, по моему мнению. Не знаю, может быть, там как-нибудь. Вот у приятного Эльдара, да, у него более-менее, кстати, вот у него полосками как-то сделано, типа, ну, не полностью закрашено, а как-то полосками сделаны ухоженные ногти. Клево. А, мужской маникюр еще можно назвать просто ухоженные ногти, да, когда там вот эти кутикулы убирают, и все, этого достаточно. В принципе. Вот. У Дани нет гендера, да. Тебя можно использовать в качестве аргумента эссе по общаге. Типа пропаганда ЗОЖ стороны медийной личности, типа HQD не рекламируешь земной поклон. Да, блядь, я просто недавно, короче, как-то... Ой, чат открыл свой же. Недавно какой-то момент искал на стриме, где-то я что-то сказал, и пока искал этот момент, увидел, ну... увидел фрагмент, где я, короче, курю HQD, и мне там спрашивают, типа, что за вкус. Я такой, вот такой-то, такой-то вкус, типа, пиздец вкусно, вообще класс. Ну, выглядит, короче, как будто я прям советую, ну, прям охуенный. Я такой посмотрел, подумал, бля, ну его нахуй. Буду говорить, не буду говорить больше, какой вкус, буду говорить, не кури вообще, и все. Такая хуйня.
Как писать текста? Ну, садишься, пишешь. Гость делаем ридим. Я не пишу ридим, мне не нравится. Я могу его послушать, но писать нет. Ну да, пора это самое заканчивать уже, бля. Ну вот, видите, просто интересные вопросы были, я на них ответил. Бля, ясно, лучше это. Будет трек про рекламу HQD, но если они купят. Не, ну то есть вы поймите, если у меня купят рекламу HQD, я сделаю. Потому что я сам этим пользуюсь, мне вообще, я в этом ничего плохого не вижу. Но лучше лишний раз мне говорить, что типа это вредно, да? Вот. Колечко сделал, да не, в пизду, спасибо. Да не, помоги, пожалуйста, с математикой. Я шо, блядь, вам это самое? У меня канал по ЕГЭ, ебать, или шо? Писать, короче, ДК или Даня Кашин в эссе. Причем без рофла мы можем использовать все и вся. Да как угодно можешь, и мне без разницы. Жопой садишься, хит готов, и не говори. Ну, главное, проеблю что-нибудь там. Про деньги проеблю. Мнение про клип Моргана за миллион. А какой у него за миллион? У него же там больше, чем миллион они стоят. Так-с. Че думаешь по поводу недавнего кипиша Ильдара с феминистками? Бля. Ну, короче, я не особо разбирался в этой движухе. Я тоже считаю, что странно, типа, ну, странно, когда... Люди за такой хуйни заагрились, да, на Ваню Ильдара. Но еще больше странно, это то, что их было не так много, они писали в Твиттере, и Ильдар пошел делать ролик. Типа, я вот этой хуйни вообще не понял, зачем? Ты же можешь сделать тред, тебя же в Твиттере призывают к ответу образно. Ты можешь в Твиттере это все расписать, все свои мысли, зачем ты делаешь ролик? Ну, не знаю, я ничего просто сказать не хочу, но, бля, у меня тут два варианта. Либо поддержки ищет, и он чувствует за собой вину, да, поддержки своей аудитории ищет. Ну, бля, там у Ивангая 800 ретвитов, 800, это не так много, это не всероссийское обсуждение, да, типа. В Твиттере достаточно, ну, не знаю, может, он посчитал это нужным. Ну, не знаю, либо потому что Ивангай, блядь, там, нахуй, я не знаю. Ну, то, что доебались, это полная хуйня, забейте, это ж Твиттер, блядь, чё ебать удивляетесь, если же нормально. Ну, на меня тоже на разные хуйни налетали, и когда я был виноват, когда не был, какая разница, блядь, это ж Твиттер, ёпта. Да не, их дохуя было, ну, не знаю. Хочешь сказать, что он информацию не смог бы донести, если бы он сделал тред, а не ролик? Мне кажется, смог бы. Помню тебя на фесте в году вроде 19-го года, ты с Моргином выступал, тебя называли Дикей. Ведущий упал в моих глазах. А что такого? ДК, это Даня Кашин сокращенно. Дикей это ДК по-английски. В чем проблема? Можно и ДК, и Дикей, как угодно, абсолютно. Чувак, в чем проблема? Что скажешь про Ахаха Иванга? Я говорю, это полная хуйня, типа, доебались за хуйни, реально. На Севергона также напали. Ну, тоже, блядь, не сидится чуваку. А, еще ролик, да, назвал феминистки, радикальные, что-то там. А, бля, в Твиттере писал, что девочки маленькие, а оказывается, это феминистки радикальные. Ну, я честно, я сразу вначале сказал, что я не особо разобрался в этой теме, да, чтобы прям так говорить, что правда, что, ну, что правильно, что нет. Но мне просто показалась эта ситуация максимально странной, блядь. Да, не хотел когда-нибудь покраситься. Я красился, мне пиздец как не подошло. Почему сейчас ничего тебя не вижу в плане музыки? Не знаю, потому что не чекаешь, блядь. Уже насрать тебе, видимо. Ставлю класс по мерчу. Спасибо. Спасибо. Что будешь делать с аком Данилки в инсте? Это мой второй ак. У Данилки нет аккаунта. Кстати, не знаю. У меня там 200 подписчиков. Нахуй он нужен, блядь. Не знаю. Какой красился? В черный? В черный. Ну, мне как, мне подходит, но у меня брови еще светлее становятся, короче, намного. Потом мы, короче,
красили брови мне. Ну, мне предложили, сказали, ну, ты покрась брови, возможно, у тебя будет гармонировать хорошо. Я такой, бля, точно. Еще все хуже, короче. Бля, ужас. Вы можете найти эти фотки, бля, ужаснуться. Ну, я там ролики, в смысле, ролики с таким еблом снимал. Нормально, вы можете найти. Хотим пародию. Никогда, блядь, не буду делать пародию больше. Не хочется. Хотя, блядь, ну, может быть, сделаю. Нет, нет, наверное, нет. Нет, скорее всего, нет. Дань, как у тебя дела? Отдыхаешь хоть чутка? Да, я сегодня днем спал. Нормально. Черный красился на ЧБД. А, нет, на пародии, что было дальше, там... Типа краска, которая смывается просто, она такая баллончиком быстренько. А так я прям красился еще до этого там, года три назад. Вот. Ты заебал, будешь ли ты продолжать... Блядь, заебал твой отец тебя, понял нахуй? Будешь ли ты продолжать историю группы «Пошлые лохи»? Нет, не буду. Я понимаю, что рок возвращается, но, блядь, пизду. Мы как-то сделали несколько шуток и все, достаточно. Хорош. Мне нужно представление, это, наверное, уже все прям. Я уже когда делал ее, я понял, блядь, зачем я это начал делать. Вот. Буду курсовую на тебя писать. Данила Кашин против сигарет. Ага, сидит Данила Кашин против сигарет, сидит, хуярит, да? Ну ты вообще в своем уме. Говорят, рыжий очень сильно сгорает. Это правда? На солнце? Да, да, да. На солнце пиздец, я прям как змея ебаная, по-моему, вся кожу снимаю, да. А или с этих, ну, сгорает, в смысле, жопа горит, это тоже, наверное, я не знаю. Ну, лично я и так сгораю, я думаю, это независимо от того, рыжий я или нет, бля. Требую поднять зарплату Рося. Рось, сейчас мы тебя повысим для держателя джойстиков, понял? Сука. Ты в доту идешь, блядь, зараза. К чему тут маленькие девочки пишут про маленьких девочек и феминизм? Ой, блядь, все началось. Сейчас я бы на тебя посмотрел, нахуй. На твой возраст. Ну ты скинь фотку свою в чат, блядь, да? Скинь, мы тут, ну или хотя бы мне в директ закинь свою фотку лица. Мы посидим, посмотрим всем чатом с маленькими девочками. Обсудим, какая ты взрослая. Просто солнце не выдержит, что у меня есть такой сильный соперник, как Дани. Не говори, бля. Иду, пишет. О, сдался, Рося сдался. Год доту стримить. Бля, не, вам не понравится. Я вообще... Я иногда такой омерзительный, когда в доту играю. Ну, когда у меня жопа горит. Недавно директор школы предъявил за рыжий цвет волос. Ну, блядь, обоссал бы ему на двери, нахуй, насрало бы. Говном измазало бы. Эти директора школы рот ебал, бля, придурки. У нас такой тоже идиотка такая была, ёбнуться просто. Ты хорошо кушаешь? Да, хорошо. Я вот гречку с котлетами ел, вот буквально недавно. Вы повторяете по кругу вопросы. Я понимаю, вы только что пришли, но про YouTube, про концерты, про альбомы я уже отвечал. Можете что-то про лайв спросить, типа такого... Если крыша ржавая, то и подвал мокрый. Неплохо. Я уже был держателем джойстика и дегустатором пива. Но это, чувак, это была другая твоя карьерная лестница. Сейчас, ты понимаешь, ты обнулился, да? Как Путин, короче. Все, у тебя новая карьерная лестница. И тебя все еще ждет, тебя еще ждет вакансия типа держателя джойстика, дегустатор пива, типа вешалка, помнишь, еще у нас было? О, блядь, там... Сам готовишь или доставки? Доставки. Это с теремка. Я смотивировался твоим альбомом «Не на ход» и написал трек в таком же стиле. Хочешь послушать? Нет. Я, наверное, нет. А, Даня заебал, ты хороший. Отрасти бороду, плюс в чат заебали. Чувак, у меня не растет борода. Если вот вы видите мои вот эти усы, ну сейчас они побриты. Особенно, когда я сторицы снимаю сонные, когда у меня усы, ну вообще вот такие усики, блядь. Это не борода, понимаете? Это не щетина, которая типа, ну, которая несколько дней не побреешь, она вырастет в роскошную бороду. Бро, она такая будет мерзкая типа и хуевая. Мне еще до бороды, блядь, ждать и ждать, нахуй лет 5, блядь.
Ну, я как бы не особо хочу. Мне наоборот сейчас не нравится шмыгаю, потому что наркоман, блядь. Вот. Мне сейчас самому уже не нравится, блядь, бриться, нахуй. Последние годы лет 6, да, лет 6 уже, нихуя, я взрослый. Ужас. Надо будет мне канал, короче, открыть, энциклопедия для маленьких джентльменов, короче. И мальчикам маленьким рассказывать про половое, ну, созревание, как брить бороду, типа, вот так. Ебать, я сижу, нахуй, рассказываю. Вещи такие ужасные. Ну, тупые ужасные, блядь. Вот, покажи член. Во, 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 аудитория пошла, во. Конечно, 12 лет, куда до бороды. Но у меня одноклассник, у него борода начала, помню, расти в 15, блядь. Я смотрю на него, думаю, ты чё, сука? Ты нахуй. Дань тебе 5, какие нахуй 6 лет? А у меня была, короче, энциклопедия для мальчиков, реально. Я только сейчас допёр, откуда она у меня. Учитывая, что у меня в семье мужчин вообще там мало. У меня там дед только и дядя. Бля, это мама мне подсунула вот эту хуйню. Вот это мама, представляете? Ну, это, знаете, такой, книга такая огромная. И там типа рассказываешь, как дети берутся, чтобы она этой хуйней не занималась, короче. А мне эти я смотрел, типа, я такой, ебать, это что? Сука. Даня, может, все обсудим по поводу дизайна? Было бы здорово с тобой работать. У меня есть почта, где везде есть. Собирай свое портфолио, только не в архив, да, чтобы я, ну, прям в почту прикрепляй файлы и закидывай все, дизайнеры, хуянеры, кто угодно. Ты же видишь, у меня и мерч, у меня и там и лейбл и так далее. Людей много каких нужно? Вдруг. В картинках пиздец там, но я сорел, интересно. Не, нормально, нормально, круто. Вот это мамы, да, я вот пишу, вижу, люди пишут, что у меня так же. Круто, круто. А то, блядь, не рассказывают, да, боятся детям рассказать о таких вещах, блядь. Потом, нахуй, в 16, блядь, залетают, блядь, девочки. Да. Кто ребенка допустил до телефона, сейчас хуйню на стриме высирает. Бля, я честно видел книгу, энциклопедию, там была женская писька, честно говорю, ребята. Не верите? Я могу тебе мемы кидать за деньги. Слушай, мне их бесплатно кидают в группу, мне вообще похуй. Почему удалил акапельно? Стыдно, потому что. Ты не присылал мне носки, а я тебе должен носки прислать. Вечер в хату. Салам алейкум. Ого, чурил? Да, я серьезно говорю, честно. Он рыжий или притворяется? Да это маска в ТикТоке. А, кстати, хочу объявить официально, короче, пока мои последние 3 ТикТока в ТикТоке, да, не наберут, да вообще просмотры, я завершаю свою тиктокерскую карьеру. И что, я вчера разъебался, 3 ТикТока снял, один в рекомендации зашел на 10 минут, блядь, это как такое вообще, ну... Как такое можно? Идите, зайдите, блядь, это самое, лайки проставьте, иначе я завершаю тиктокерскую карьеру. А вы же понимаете, что, ну, я, так сказать, двигатель, да, вот этого трендов, да, в ТикТоке. Кто рыгает? Это я. Забей. 3 ТикТока за день снял, ребят. Сценарные. У меня там Ленфильм снимал и так далее. Я отказываюсь дальше заниматься вот этой карьерой ошеломительной, да, которая пиздец успешная. Я отказываюсь. Пока у меня тиктоки не наберут по миллиону просмотров, вот так скажем. Ты тикток запустил? Во! Они даже не знают, блядь, ты видишь, да, они даже не знают, тут никого нет, если что, бля. Как у меня тикток называется, напишите, я забыл. А напишет Кашин ТикТок. Загуглится? ДК насосал. Во, ДК насосал. Подписывайтесь. Как-то телефон переворачиваю. Так. Во. Во, ДК насосал. Вот, смотри. Не зашел? Не зашел, да, ТикТок? Не зашел. Но эти насрать, я даже над ними не старался. Вот старался, вот, смотрите. На нахуй, по миллиону просмотров над ними. А эти что?
Официально, официально заявляю, я завершаю свою тиктокерскую карьеру. Тикток заваливает, а он боится моей популярности. Тикток боится, что я просто своим трафиком положу их приложение, блядь. Можно на твой лейбл бесплатно, а мы за деньги только берем. Ну, у нас вход 3 миллиона рублей. Вот. Реально. 3 миллиона рублей вход в лейбл. Уходи с ТикТока, иди в лайк. Если мне лайк будет по миллиону просмотров делать, пойду я, а я пойду, блядь. Если мне не будут, нахуй, через 10 минут из рекомендации выкидывать, я пойду в лайк. Приходит ко мне, блядь, и из рекомендации выкидывает. Правда сосал или хайпишный? Правда. Убийца ТикТока. Я и говорю, я войну ему объявлю, этому ТикТоку, блядь. Они еще не знали. Я, короче, в Твиттер выложу телефоны горячей поддержки ТикТока. И сторис, короче, сделаю про то, что они мне в рекомендации. Аккаунт их наотмечать, скажу, идите срите им, короче, в комментарии все. Что делать, если бросили все друзья, говоря, что я эгоистка? Может быть, не все пидорасы, а ты Д'Артаньяна, а как-то наоборот работает? Ну, если тебя прям все друзья бросили, говоря, что ты эгоистка, может, я не эксперт, но, возможно, ты эгоистка, да, и всех ты заебала. Возможно. Я же не знаю всей ситуации, ты просто предложение написала. Ну, просто подумай над этим. Если ты уйдешь в лайк, то мы устроим войну тебе. А давай, нахуй, а давай. Вы эту войну не вывезете. Вы же понимаете, блядь, я такой полководец. Ёбнитесь, блядь. Курение это вредно, полностью согласен. Меня бросили прошлой осенью. И ты до сих пор друзей не нашла? Бля, может, ты реально эгоист. Прости, конечно, я не хочу тебя обижать, но может, ты это... Может, у тебя реально какие-то проблемы. Прикинь, ну ты с осени не можешь друзей найти, пиздец. А, подожди. Ты имеешь в виду с этой осени или год уже, типа? Ну, сейчас же осень. Не понимаю просто. Че посоветуешь из сигарет? Пенис, понятно? Пенис. Дань, ты на чили, я на флексе больше. Ты так и не ответил, майонез или кетчуп? Майонез. Чуть кетчуп не сказал, простите. Майонез, конечно. Так, осень неделю назад была. Да, понятно, но именно у нее я имел в виду. Она говорит с осени, аж с осени. Типа год получается. Как тебе альбом Илюхи Ксайла? Имба, нормально. Да, сейчас зима. Это у тебя зима, блядь. Бля, зима. Знакомьтесь, нахуй. Аудитория. Зима, говорит, сейчас. Мазик святой. Ну, блядь, а как с кетчупом? Ну, если шашлычок какой-нибудь, то, конечно, ну, кетчуп, да. Сметана или творог? Творог. Обожаю творог. Что-то там вообще все. Ну-ка. То, что бросили осенью, это вроде отсылка на трек Стрикала. А, я просто не шарю нихуя, я его не слушал никогда. Кетчунес вы не пробовали? Не, пробовал, конечно. С осени это 3,5 месяца где-то, я ее правильно поняла. Если я правильно поняла. 3,5 месяца? Что, блядь? Жопу не отсидел? Не, я на подушке уже, все нормально. Когда фит с тем челом, с которым ты весь стрим разговариваешь? Это Рося, мой друг с детства, понятно. У меня нет фито, он не пишет песен, у меня есть песня про него. Давайте догадаемся, какая песня называется про него. Как песня называется? Платину знаешь лично? Нет. Как правильно, творог или творог? Не знаю, кстати. Но я говорю творог, мне еще похуй. Хули мерч такой дорогой? Ну, блядь, иди поищи, где дешевле, закажи, ёпта, сравни, нахуй. Любовь.
Любовь. Как ты завоевал ТикТок? Ну, я просто вот так подошел к нему, хуяк так. Хоп-хоп. Показал, ну, я смотрю, идет чувак, да, думаю, ебать, какой, какая рама идет. Сейчас надо показать ему свою раму, да. Он такой, нихуя себе рама, надо показать, что я на спорте, да. Вот, я такой, нихуя, пацан на спорте, надо показать, что у меня ствол. Да? Ну и так далее, вы понимаете. Как на вкус кончали шеры, превосходно, блядь. Я его самый главный подсос, не знали? Боже, почему они ноют? Почему спускаются комменты? Ну чё ты, пишет, какое время было, хотя твой стиль реал поменялся. Пусть новый альбом слушает. Слушает, нет, им все новое-новое. Прости. Просто, блядь, чат улетает, я постоянно, типа, вниз. Пусть новый альбом слушают. Нет, им надо все новое-новое. Ты, наверное, опечатался, да, ты имел в виду старое-старое. Ну, блядь, да, это забит еще, это ж нормально. Это ж всегда совсем так. Раньше было лучше, это же ко всему применимо. Это нормально, так и будут писать. Но главное, чтобы они писали, что раньше было лучше, и слушали, продолжали слушать, да? Типа песни, которые сейчас выходят, чем вообще не слушали. Ну что ты, это легенда. Ну что ты, хорошие песни, я вообще спорить не буду. Отличные, реально. На тот уровень, который я мог тогда выдать, это прям лучшие, реально. Если лонгсливы закончились, их сайты не убрали, может это означает, что они будут еще в продаже. You never know, you never know. Восстановил диван после Моргенштерна? Какой диван? А, нашел, в смысле? Он же его не ломал. Слава богу. Если уйдешь в лайк, то мы будем писать «раньше было лучше». Ну, понятно, блядь. Раньше ты пытался угодить всем, теперь делаешь для себя. Я не знаю, как мне охарактеризовать то, что я делал раньше. Наверное, возможно, ты... Я не буду спорить, да? Наверное, да, возможно, да. Даня, помоги с домашкой по химии, давай, пиши. О, Alert Music, смотрите, здорово. Ебать, какие люди, Лянти, Лянти, Alert тут. Лянти. Не сказать, что ты лох, это правда, да, полностью, полностью. Бля, мне аж это, ху! Здравствуйте, здравствуйте, бля. Ебать. Поздоровайтесь с ним, напишите только на английском, что-то он русский не понимает. Напишите на английском, здравствуйте. Как тебе песни R&B клуба? Ну я, короче, когда в ТикТоке зацениваю, смешно, классно вообще. Такая хуйня. Напиши трек на проект по музыке. Что? Кого? У тебя проект по музыке? Это как вообще? Что? На кого ты учишься? Звукорежиссер? На, салам кидайте. Здравствуйте, alert. Да, мы будем песню писать, кто не в курсе. Да, ему, да, мне нужно написать ему. Я просто, ну, сейчас песни заканчивал свои. Скорее всего, как и говорил, у нас будет песня на EP-шке, наверное. Сделаешь сигну для моей подруги, делов на 2 минуты, а у меня будет шанс встречаться с ней. Бля, чел, если она будет с тобой встречаться только после того, это самое, после того, как... Это не мне, это так, телеграм-канал. После того, только после сигна я вообще не знаю, стоит ли тебе с ней встречаться. Почему раззнакомился с Алишером? Это он со мной раззнакомился, я же говорил, бля, я ж не, ну, не в курсе. Да, давайте, человек пришел на стрим, надо объяснить, ну, показать, что это самое, сейчас. Да, ну, что, блядь?
пошел в очко. На Ableton когда-нибудь пробовал что-то писать? Пробовал. Я на всех секвенсорах пробовал работать. Не сказать, что я выбрал самый лучший, да, который мне нравится. Ну, самый удобный, по моему мнению, я оставил. Я не знаю, у меня не пишется просто. Я что-то, видимо, какую-то кнопку зажимаю или что. Что за говно, ладно, хер с ним. Даня, я твой капюшон в рот ебал. Ебать, сидит говно, смотри. Думай, что написать. Сынотрек вызовет для легенд. Ну да, да, мы сделаем. Сделаем это. Клево. Ну все, ребята, ждите, получается, еще один. Я уж это, я немного даже это, да. На чем ты зарабатываешь? Ты же YouTube вообще не ведешь уже 3 года. Ну, вот такой я интересный человек, понимаешь? Капер, понимаешь, я каперство, 1xbet, блядь, фондбет, это всю хуйню. Сижу, хуярим. Йоу, рад, что нашел свой стиль. Спасибо большое. Че по Дикспоте? Гнар выпустил EP, лейбл там совершенно другой лейбл, и когда будут... Он выпустил EP-ху, потому что... На другом лейбле, Гнар, потому что... Человек сидит каждый день дома и работает без остановки. И мы не можем, ну, как Дикспота, не можем выпускать только Гнара, да? Сейчас мы будем обратно работать, и уже будут намного больше людей. Вот, но так как Гнар работает, уж, ну, очевидно, ему надо ебашить на другие лейблы. Ну, он остается с нами, просто он выпускается сейчас у других, пока мы не работаем, грубо говоря. Ну, это просто человек работает, и мы не можем ему, типа, помочь в этом. Он пока работает с другими. Но он все еще с нами, да, ничего страшного. Закладки под соседние... Ой, бля, началось. Даня, в планах есть серьезные ролики на Ютубе? Серьезных нет, я не хочу ничего. Он же там тут контрабандой занимается 18 лет. Ну да. Давай лайфхаки для месячных. Че? Давно не заходила на твои стримы. Интересно послушать, о чем ты рассказываешь. Да, как обычно, о письках всяких там, знаешь, о деньгах. Знаешь, стайл ГХГ? Нет, не знаю. Будешь влоги бахать? Нет, точно нет. Влоги никогда вообще. Все у нас закончилось. Сколько английского ты знаешь? Ну, я английский знаю так, на уровне типа... Короче, я даже за собой заметил, что я понимаю речь уже. Я реально могу уже, знаете, типа сторис или тиктоки открыть, где человек на чистом английском разговаривает, я понимаю, короче. Вот. Я же брал уроки по английскому языку, но у меня корявый мой язык и моя лень, короче, сложным. Ну, а так я, да, понимаю более-менее. Ну, писать, если только писать, короче, если писать, то я могу писать, меня поймут и так далее. Если говорить, то я буду стоять, ну, вы понимаете. Come play to Dota 2. Ну да, сейчас пойдем. Come play to Dota 2, да, and suck dick. Окей, let's go. Что происходит с Руси? С Руси ничего не происходит, не волнуйтесь за него. Ничего такого особенного. А то я видел, что он там вообще пишет, он при смерти. Все в порядке. Мерч покажи. Ну, что? Я рукава засучил. Ух, бля. Почему такой онлайн маленький? Не знаю, нахуй, наверное, никому не нужен. Сука. Какой ты хуёвый инглиш у тебя, не говори. You love Леру, да, да. Mail.ru опять мерч спиздит, а Майки.ру опять мерч спиздит. Не, не спиздит, на этот раз. Я серьезно говорю, что, а все майки точно сейчас ничего не спиздят. Не волнуйтесь, блядь. Ради такого почку продать не жалко. Ну и ну, да. Все, блядь, у вас закончились вопросы все, ну, важные, да? Че похавать любишь? Сейчас уже нет. Сейчас у меня не так это работает. Не думал курить
не курить сигареты. Да, я думал вообще не курить, да, я полностью согласен. Все, вопросы у нас закончились. Короче, все, я больше вышел сказать новость, да, что я дописал там почти эпишку. Ну вот, и вторая новость до вас, видите, уже сама долетела. Вот, и алерт будет совместно с ним. Думаю, реально сделан такое дерьмо, ебнитесь просто, просто ебанетесь. Что с ценами на мерч, понизится или нет? Ну, если ткань будет дешевле, понизится. А что тебя не устраивает? Я не понимаю, ты о каком именно говоришь, да, мерче? О носках за 700 рублей, блядь? О чем ты говоришь? Где можно сделать дешевле, сделали дешевле. Где охуевшее качество, приходится делать дороже. Вообще, ну, как принято, типа, если, допустим, себестоимость образно у худоса, ну, образно, да, там, 500 рублей, да, ну, таких себестоимости не бывает, ну, я, к примеру, из головы, то нужно его продавать за 1.5, ну, в 3 раза больше. Мы продаем в 2.5 раза больше, для того, чтобы вы не орали, что у вас, ну, что у нас цены ебнутся и так далее, типа. А нам все равно пишут, у нас цены ебнутся. Ну, блядь, ткань такая, ну, сколько раз повторять, чуваки, реально, давайте без агрессии еще раз скажу. Ну, там, где дорого, там такая ткань, блядь, все. А если есть дешевле, где купить, покупайте, вообще, дай бог, сравнивайте, блядь, ну, носите на здоровье. Дань, сколько работаешь с Аниме Джерой? Ну, очень давно, очень. И по концертам, и сейчас она мерч делает очень давно. Надеюсь, увидишь, что я тебе написал. Да, увижу. Даша Зарыковская, колготки за 7 тысяч. Ебать, ебать, не в курсе. Ебать, прикол. Надеюсь, там гениальное дизайнерское решение. На показ мод показывает. Нет денег не покупать, в чем проблема? Ну, о, блин. Было бы клево, если бы с тобой фит с Джо Рид. Я не знаю, кто это. Алерт – это из тех людей, которые, ну, вы сами понимаете, как нам, как мы вообще вольемся. Вы послушайте его музыку, послушайте мой альбом. Я половину вдохновлялся им, типа. Я думаю, это будет прям мощь. Ну, вы же понимаете, что с каждым человеком, который из Запада, типа, фитовать просто так, ну, такое себе. А если что-то получится какое-то дерьмо охуенное, то... Все само напрашивается. Я думаю, что это будет прям, ну, нормальный фит, короче, клевый будет. Все, уходи, пожалуйста. Уходи ты, ебать. Я тебя чем-то мучаю, что ли? Это, блядь, ты не можешь в Инстаграме сидеть, у тебя профиль поверх твоего... мой стрим поверх твоего профиля идет или что? Иди сама нахуй отсюда. Холодильник запищал, блядь, да. Да. Это у меня холодильник, да. Носишь на постоянку свой мерч. Ну да, да, да. Ну я же делаю для себя, я же это говорю, бля, я же вам сколько уже, 3 года, сколько я этим занимаюсь. Я это говорю не для того, чтобы рекламная кампания была, я реально ношу вещи, которые делаю, типа. Не потому что, бля, а, смотрите, я сейчас буду носить, и вы будете покупать, потому что пиздато, типа, я вот делал под себя, и мне вообще похую, типа, как, ну... как это будут воспринимать. Точнее, я делаю для себя и понимаю, что людям и так будет нравиться, типа. Вот. Че он на кухне сидит? А у меня кухня с залом, ну, вместе, типа, поставлена. Какой твой мерч тебе больше нравится? Худи, конечно, худи. Мы на худи большой акцент делали. Потом носки на втором месте. Ну, носки у нас, блядь, потрясные. Я вам не могу показать, мы их шьем. У меня есть носки, короче, далеко. Они просто не моего размера, я в них фотки поэтому не делаю. И я сам жду, короче, себе носки, когда мне сделают. Я себе возьму черную и белую, и у меня будут разноцветные носки, но одинаковые. Это не я придумал, это Аня Маджера придумала. Ну, мы вам фотку в профиль сделаем. Это для того, чтобы вы двое пары носков сразу покупали. Хорошая идея. Покажи Аймак Залям. Он в другой комнате. Успокоен мастерову. Кузьму запугал. И не говори, я тоже... Я поддерживаю полностью Кузьму. Кузьма, если у тебя будут какие-то проблемы, ты можешь мне всегда позвонить. Нахуй я... А где у меня? А, вот он. Я нахуй этого Мастеркова, блядь, застрелю, блядь. Я серьезно, я его убью, нахуй. Только скажи, блядь.
Что думаешь про порно? Думай нормально. Если бы были красные и черные, я бы купил. А я как раз цвета не хотел делать других. Но мы это же, я рассказывал, это мы из-за экономии делали. Мы не могли большую коллекцию сделать, потому что мы большинство вещей, сайт и еще что-то сделали бесплатно. Ну как, в долг, грубо говоря, нам помогают люди. И мы не можем сильно разгуляться по коллекции, потому что и так, типа, чувакам надо заплатить. Ну мы уже заплатили здесь. Как тебе дети рейв и ГСПД? Ну, дети рейв, я с Ильей лично знаком, нормальный чувак, но музыка мне его действительно не нравится, вот честно, ну, не мое реально. ГСПД это феномен, это круто. Какие вы ужасы пишете, кошмар. Чуть слух не произнес, говно, это ужас. Что думаешь про хентай? Видел пару раз, не понял прикола. Дань, какой твой любимый цвет? Я так понял, зеленый. Фиолетовый, фиолетовый. Я думаю, все уже знают, что, блядь, у меня цвет любимый фиолетовый. Слушаешь панк-рок? Нет, я слушаю... А что я сейчас слушаю? Я сейчас слушаю, по-моему, говно всякое из нулевых и десятых годов электронное. Именно говно, русскую электронную музыку. Потому что... А, я вам даже покажу. Сейчас. Я вам на стриме показывал это. Охуительно. И мы, короче, сейчас работаем над песней похожей. Но я просто подумал, блядь, русская электро. Почему ее все забыли? Так, где у меня демка? Все забыли русская электро. Вот я сейчас вам покажу, какую демку написали. Ну это так, грязь чистая. Ебать. Промо-диджей, пацаны. Диджей Соловей, сосать всем нахуй. Ну, короче, ну, только на уровне, только, блядь, на стадии создания только еще идеи, короче. Ну, блядь, смешно. Да я просто реально, я, ну, слушаю песни, короче, из тех времен, знаете, типа Work, вот эти песни. Вы помните? Ну я на стриме все показывал, конечно. Блять. И короче, до меня доперло, блять, все незаслуженно забыли действительно русское электро. Вы помните эту хуйню? Это же русская хуйня была на самом-то деле. Да, это форсилось и в Европе, но это, блять, больше наша движуха была. Я подумал, сука, надо как-то, ну, подумать, короче, над этой темой, это очень интересно. Такая хуйня. Можешь вместе турбо пойти, кого любишь пикать? У меня на агре почти 8-й левак. Но это я в турбо делаю. Вот, на зевсе у меня 8-й левак. Но это в этом только обновление. Я пока, ну, только на таких играю. Огр, зевс, что-то еще. Андайнг могу. Ну, я, короче, за всех могу играть, но сейчас в этом патче в основном огр, зевс. Саша Пистолетов. Да, да, не, Пистолетов, да, почему нет, да, просто, ну, согласитесь, у него криво, но да, да, возможно, чуть-чуть отдаленно, ну да. Мне хоть и 16, но мне кажется, этот жанр очень знакомым. Если тебе 16, ну, блядь, чел, я слушал это, там, не знаю, в 12, знаешь, типа, там, в 13, ну и так далее. Я сам делал такое раньше. Вы еще помните Dutch House? Типа Dutch House сейчас... Ну, я не знаю, как правильно произносить это говно. Dutch House, Dutch House. Сейчас, где это? О, вот я еще показывал. Ай-яй, блядь, сука. Вот бы меня кто-нибудь трахнул под эту песню, ребят. Вот что первое приходит мысль, да? Я не могу найти, где эта песня. Вот. Пиздец.
Сейчас куда-нибудь клуб какой-нибудь, бля, здорово. Вот эта музыка была говно. А что, вам нужно Bulletproof, да, типа? Вы про это? Где она? Вот это? Вы про это? Это Hyper Crush группы. Охуительно. Секс для бедных? Почему ты асексуал? Ну, асексуал, это как раз, ну, я же богатый, нахуй мне секс, понимаешь? Казантип 2000. Бля, а вы, ну вы смеетесь, а вы же не понимаете. Вы... Вот, блядь, сколько объяснять? Ой, сейчас мне шея затекла из-за вас. Сколько объяснять? Когда был, только-только становился популярен Deep House, я со всех щелей орал. Бля, сейчас будет Deep House популярен. Похуй вообще. Блядь, ну да, да, иди нахуй, блядь. LJ появляется какой. По-моему, говорю, рейв будет популярен. Да-да-да, иди нахуй. Да вы издеваетесь. Я вам говорю, электро. Когда я у Exile в ролике говорил, типа, русские фразы в танцевальной песне, это будущее, короче. Вы просто не понимаете нихуя. В ТикТоке сейчас такая хуйня везде. Вы что, издеваетесь? Я вам сейчас говорю. Русское электро, это, ну, не будущее, это то, на что нужно обратить внимание, ребят. Просто это незаслуженно улетело, согласитесь. Это было, ну вот Казантип, там какая-нибудь такая хуйня, было буквально лет 10, нет, не 10, даже меньше, прям чуть-чуть совсем. Лет 5 эта хуйня двигалась, и все, исчезло. Вы глупые, вы просто не понимаете. У вас рэп один, Моргенштерны, блядь, не понимаете просто. Давай онлайн поднимем, рассказывай что-нибудь пиздецовое, мы чатом приговаривать, подговаривать будем. Да не, я уже это самое, я уже собираюсь уходить как час. Короче, все опять тебя заигнорят. В плане, не понял. Бля, контекст забыл. Там чувиха про гей-порно раз 300 спросила. И не говори, я, блядь, молчу, думаю, может, ну, подумает, ну, посидит, подумает, думает, бля, может, я ей хуйню спрошу. Не, сиди, хуярит, контрол-вэшит, блядь. Да, и что с глазами, сколько спишь? Да нормально, я сплю, просто днем сегодня спал, поэтому. КС играешь? Вообще нет. КС говнище сраное, как и доты. Я и трэп ваш до года 2017 хейтил и не признавала. Ну... Не, я слушал, ну. Чат живет своей жизнью. И не говори, блядь. Что делать, если не сможешь уснуть уже неделю? Ебать, что? К доктору обратиться, наверное, чуть-чуть со своим головой. Ну, если ты не наркоман какой-нибудь, блядь, к доктору обратись. Че, ебнул, блядь, неделю не спать? Это же нарколепсию так словить можно, ебнешься. Все, стрим залагал. Все, наверное, уходить пора. Я заебал уже вас, бля. Я как бы занятой человек, у меня еще бизнес, дела. Я спросил насчет стрима с Гобзом, ты игноришь. Да какой Гобз, что вы несете? Такую хуйню пишешь, мне тебя жаль. Ну, не, ну я стараюсь это игнорировать. Ну, видишь, я же сам их провоцирую на хуйню. Я же типа, ну... Ну, если так рассуждать, я же начинаю что-нибудь говорить, да, серьезное, а потом бац, и хуйню снесу. И людей же тоже провоцируют это на шутки, они начинают тоже по-своему шутить, типа. Так что вот. Ну, согласен, меня тоже иногда бесит. Все заебал, иди на... Да я тебя сейчас обоссу, сука. Аймак до сих пор юзаешь? Конечно, конечно. Я на нем все пишу. Ну все, короче, я смотрю, вопрос закон. У меня сейчас сопли наберутся, надо высморкаться сходить. Покажи сниппет. Я показал. Но я могу еще показать, хорошо.
Это я написал, блять. Сегодня. А как мне перемотать так, чтобы, блять, телеграм ебаный? Оп. А, я его палил, да, я же, блядь, здесь у меня крыша едет, ебаный рот, я же вам показывал его в кружочке. А чё мне тогда, все, больше нечего показывать, больше ничего не хочу. У меня вот такая есть. Все, больше не покажу. Все, такая хуйня. Работаем. ФЛ-ка лицуха на махе. Да, 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 конечно. Очень похоже на «Где твой идол» в начале. Нет, это на там, как 80-х, типа, отсылка. Долго рассказывать. Как тебе альбом Плута, Бэби Плут? Не знаю, кто такие. Как тебе новый альбом Хаски? Мне понравился «Люцифер» очень сильно. И «Аферист». Очень хорошая песня. Бля, вы меня так часто спрашиваете про то, кушаю я или нет. Мне хочется и на вас накричать за то, что вы меня заебали этим вопросом. С другой стороны, я понимаю, что вы, ну, заботитесь. Да нормально, я кушаю хорошо. Я, ну, я не ебок какой-то, да. Я о своем здоровье думаю в первую очередь, блядь. Вы не подумайте. Вот. Если у меня были какие-то проблемы со здоровьем, я их в срочном порядке решал. Не волнуйтесь. Вот. Губить себя там или, ну, намеренно как-то. Я не собираюсь. Не волнуйтесь. Холодильник заебал. Так он выключился. Все. Все, я, короче, я попрусь. Кроссовки после первого СПБ нашел. Один, все, так и не нашли. Ты что, аферист, бля? Я не знаю, да. Ты спрашиваешь, что за хуйня в чате происходит. Все, ребят, вы, короче, ну, меня заебали, грубо говоря. Я сейчас вам реально... Ну, мне сейчас... Тут два варианта. Либо мне вам ебак нахуй прострелить реально просто жестко, короче. Вот. Либо пробить его реально жестко. Либо просто уйти молча, да, типа. Скрытному показать. Я сейчас думаю просто, как, ну, сижу вашу судьбу, решаю вот за этот нахуй, вот за это говно в комментариях, блядь. Татмаки пицца по 90 теперь. А, сука. Да! За что, блядь? Прострели ебак. Ну я могу, реально. У меня заряжено нахуй. Я могу. Ответь, кого из русских исполнителей слушаешь? Вообще никого. Я реально как-то музыку начал плейлистами собирать себе и слушать, короче. Звуки нападения. Сука. Не знаю, но я могу посоветовать. Дик Вин хорошая, очень хорошая исполнительница. Хорошая музыка. Дора. Дора, конечно, Дора. Что у нас из русских еще есть, я не помню. Я не вспомню. Ты когда-нибудь ходил в театралку или это само с рождения? Не, я пойду. Я пойду курсы брать себе попозже, в следующем году. Театральный и... актерские? Ну, там же, типа, киношные, театральные, немного разные, типа, мастерства актерские. Я буду и те брать. Нахуй ствол, если есть 5 рублей, не говори. Ай, блядь, чуть не упала камера. Ну, вы смотрите, вы допиздите, я вам реально ебак прострелю. Ну, вот, подумайте об этом. Че глаза красные, болеешь? Я же сказал, я выспался наоборот. Я сегодня днем еще спал. Сейчас. Опять контакт тут отдошел. Ну давай, ёб твою мать. Эй, бля. Во. Во. Все. Пиздец, альбом Соболева слушал. Я уже прокомментировал, да. Прокомментировал. Соболезную, реально. Ну, что не зашел. Это грустно. Когда ты, типа, реально делаешь...
Блять, как я и говорил, делаешь ставку сильную на этот альбом, а он не заходит, это пиздец. Врагу не пожелаешь. Жалею, что начал курить? Очень сильно. Вы слышали песни «Возраст согласия»? Нет. Что за татарский алтын заиграл в голове? Что творите? Ты заряжаться будешь? Я сейчас тебя прострелю, нахуй. Зарядка ебаная. Ты сори, нахуй, блядь. Я тебя ебну реально, сука. Альбом Рося слушал в Дискорде, он тебе... А, все, ну все, сейчас пойду, Рось, все. Как относишься к творчеству BTS? Нормально, реально нормально. Не, это самое. Есть на Ютубе реакция, короче, где я смотрю BTS буквально минуту, там полминуты. И я просто, короче, смотрю клип, и после каждого появления там какого-то из этих бурят, я не помню, кто они, я прям... начинаю, и там пиздец, и все, больше ничего, я ни слова не сказал, и там прям люди, короче, в комментах, типа, а ты себя слышал, гнида, типа, на свое ебло посмотри, пидор, типа, вот такая хуйня, бля, ужас. Я вообще, ну, агрессивная у них аудитория очень, и я как слышал, что они сами, да, склоняют к этому, типа, пишут, те, кто нам не нравится, типа, что-то, ну, срите, те, кто нам не нравится, те, кто нас, про нас плохо пишет в интернете, типа, срите их, да, если я ошибаюсь, что-то такая движуха, пиздец. Не, ну, музыка хорошая, коммерческая музыка, я ничего сказать не могу. Ну, блядь, если бы это было, такая аудитория и песни были бы говно, ну, реально, прям, псанина, это был бы другой разговор, а песни-то реально хорошие, ну, хули доебаться, отличные коммерческие песни. Ну, реально, типа, просто намешана куча стилей, типа, бля, я понял, меня ебло пересвечивает, да, поэтому у меня глаза такие красные. Вот. Нормально. Не агрессивные мы. А, вы, да, вы тут сидите, да, вот эти, да, фанаты, блин. У них армия 9-летних девочек, ты на них не... В смысле, блядь? Это то же самое, как обвинять видеоблогеров. Ну, в смысле, я тоже такое говорил, и это, знаешь, это можно говорить как оскорбление, да, типа, ну, чтобы вывести кого-то, типа, фу, у вас армия, типа, пиздюшни, да, вот, там, блогеру какому-то говорить. Ну, ты же понимаешь, бля, у них по миллиарду просмотров, какие дети, ёпта, ты еще с ума сошел. Дети — это самая активная аудитория в интернете. И если за них там впрягаются дети, это не значит, что их только дети слушают, блядь. Конечно-то, бля, Катя Клэп слушает BTS, там, Шпагина слушает BTS, допустим, вроде бы, если я ошибаюсь. Ну, Катя Клэп точно, она в каком-то видосе говорила. Слушают их BTS. Просто не будут, блядь, ну, 30-летние, 25-летние, там, 20-летние люди сидеть хуярить в комментах за BTS, блядь. Ну, вы что, угораете? БТС, фанаты БТС, как радикальные феминистки, забурят, на войну пойдут. Но видишь, я говорю, это, видимо, они сами просят, насколько я слышал, типа. Ебать, если бы я, наверное, в каждом ролике говорил, типа, подписывайтесь, ставьте лайки и защищайте мою честь в комментах, наверное, бы это делали. Типа, ну такая вся хуйня, пиздец. Ну это не круто, конечно. Такая хуйня. Все, короче, я уже, блядь, обо всем на свете поговорил. Какой стиль татух самый пиздатый? Партаки. Самый лучший. Все, давайте, господа. Я, видите, я уже готов нахуй на вас цокнуть, бля, прям вам в глаз, ёпта. Вы готовы? Да они не просят этого делать. А, ну видите, я ошибся, значит. Ну, если они просят, значит, вообще доебы нет никакого абсолютно. Вот, ну это реально большое, вот если из вас есть тут фанаты BTS, просто знаете, это огромный повод для шуток, типа, неважно, просто шутки, типа, не обижайтесь сейчас, вон Чунгачкук, там Чуваш, Чонгус, Чонгык, да. Можете также про меня шутить, я буду не против, реально. Все, мне уже вот по поводу фита пишут, давайте, господа, пошел я играть в доту. Все, давайте, помашите мне ручкой эмодзи в чате, пожалуйста, будьте добры. Я пойду. Ну, когда я увижу, что вы со мной попрощались, я пойду. Бля, задержка длиннющая в этом чате блядском. Во, поехало, все, все вижу. Все, давайте, господа. Все, рад был с вами поболтать. Чуть не знаю, ждите, блядь, что-то. Не знаю, ждите песни.
Ну вот ждите клипы. Мне еще под луной снимать. Бля, я не знаю, как мне это все снимать. Когда мне это все... Бля, я не ебу. Я бы вам сказал хоть что-то, анонсы, но я ничего сказать не могу, сори. Блядь, вы издеваетесь... Ребят, я стримлю. Да, да, извини, да. Да вы охуели, блядь. Извиняюсь, ты... фанаты БТ. Такие, как моя Янтак. Я хочу купить и субеки. Такие, как моя Янтак. Я хочу купить и субеки. Такие.